Советский скульптор черпал вдохновение в Священном Писании и житиях святых, православии и нашей традиции, говорил он. 3 июня на родину Вячеслава Клыкова приехали его дети. Сын Михаил Вячеславович передал Советскому социально-аграрному колледжу бюст великого скульптора. Советский социально-аграрный техникум уже много лет носит память Вячеслава Михайловича Клыкова, и поэтому свято чтит наследие Клыкова. Многие студенты увлекаются творчеством. Отрадно, что традиция проводить здесь дни памяти, посвященные Вячеславу Михайловичу Клыкову, поддерживается и администрацией Курской области, и руководством Советского района, даже в такое тяжелое время, как сейчас. Курская художественная школа имени Вячеслава Михайловича Клыкова провела конкурс скульптуры, в котором принимали участие детки разных возрастов. И вот мы подарим им, победителям этого конкурса, подарим альбомы, наиболее полные альбомы, которые есть со всем творчеством Вячеслава Михайловича Клыкова. На малой родине всегда помнят о заслугах великого земляка. Здесь есть виртуальный музей скульптора, регулярно проводят мероприятия в его честь и конкурсы искусства. Во-первых, наши традиционные клыковские мероприятия в районе проводят во время 24 мая День славянской письменности и культуры, так как Вячеслав Михайлович был основателем Фонда славянской письменности и культуры. Он называл свои работы вешками, по которым каждый сможет найти дорогу домой. Завещал оставаться верным родине и православию. Духом святости проникнуты работы Вячеслава Клыкова. Среди них храм Покрова Пресвятой Богородицы. Именно здесь каждый год собираются люди, чтобы отдать дань памяти и уважение земляку. Надежда Польшикова, Алексей Еременко. События дня.